Минобороны России объяснила ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли более 20 человек. В Москве заявляют, что целью был дом офицеров, где якобы проходило совещание с иностранными поставщиками вооружений. Речь идет о крупнейшем концертном зале в области. Киев настаивает на том, что не использовался в военных целях. Этот день в очередной раз доказал, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. Больше ни одно государство мира не представляет собой такой террористической угрозы, как Россия. Ни одно другое государство мира не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами, реактивной артиллерией, мирные города и жизни простых людей. В числе погибших и раненых в результате ракетного удара по Виннице музыканты, которые готовились к концерту в поддержку Украины, женщины и дети. Сильнее всего пострадало офисное здание у дома офицеров. Были повреждены жилые дома. Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель напомнил в связи с этим, что систематические убийства мирных жителей – это военное преступление. Удар по центру города осудил генсек ООН Антонио Гутерреш.